из аэропорта Марселя, который расположен довольно-таки далеко от города Марсель, можно легко доехать на автобусе номер 91 до железнодорожной станции Марсель-Сан-Шарльс. Это центр Марселя. Билет стоит 10 евро. Днем автобус ходит каждые 15 минут, ночью каждые 30 минут. В общем, проблем нет. Но можно и на такси, но это уже обойдется вам примерно в 70-80 евро. На городской транспорт билет стоит 1,5 евро, можно и дешевле, если покупаете билет на несколько поездок. Если покупать билет у водителя, то он будет стоить 2 евро. Привлек мое внимание монумент. Монумент называется «Монумент де Мобилис», который находится в конце улицы Ла Канобьер. Этот памятник перед церковью святого Винсента в память о солдатах, которые были мобилизованы правительством во времена франко-германской войны в 1870 году. К сожалению, там велись строительные работы, и поближе мне не удалось сфотографировать этот памятник. Улица или бульвар, я не знаю, как точно он называется, «Ла Канобьер» происходит от слова «каннабис», что значит «конопля». В далекие времена здесь росли заросли конопли, из которых плели веревки и канаты. Не знаю, курили они ее или нет в то время, но сейчас тут пыхтят время от времени. Ну вот, в какую комнату заехали? В Марселе. Ой, какая красота, посмотри. Что тут? Такие кружечки. А для чего они? Это, наверное, как рюки, что ли? Фужеров нету? Есть, вон там. А ножик для открывания устриц есть? Не знаю. Посмотри, есть. Я не могу ножи найти. Вот тут что-то. А тут для супа. Еще тут что-то, я не знаю. Ладно, поищем сейчас. Так, какой у нас тут? Вид на тюрьму? О, классно. Курить здесь можно, хорошо. И море виднеется. Прелесть. Там за тюрьмой замок их. Тут еще интересно. Ну, молодежь. Пятница сегодня. 7 октября. Зарень обалденная. Уезжали. Холод у нас собачий. 11 градусов, 12. А здесь 25. Я чувствую тепло. Я оделся. Все буду скидывать себе. В одной майке ходить. В трусах. Найдем сейчас. Нифига себе, батареи, смотри. Угу. Что, батарея по всему. Она, наверное, только одна есть. Ну, видишь, все, телевизор есть, кондиционер горячий, холодный. Это нормально, в принципе, чего? Сейчас найдем ножики. А, масло есть. Ванна. Нет, ванны нету. Есть душ, туалет. Ну, и все хорошо. Что там? Ладно, надо в магазин идти. Так, найти что-то и в магазин идти. Ну, вот так вот. О, вино. Я не нашел ни одной бутылки с завинчивающейся пробкой, которую часто можно видеть в английских супермаркетах. Так что вино во Франции на 100% натуральное. А не порошковое, которая почти на 90% в Великобритании. Вино в основном все вкусное. Что за 4 евро? Что за 20 евро за бутылку? Разницы нет. Также это касается и вина в пакетах. Ничем не хуже. В этот раз мне приятнее было пить белые вина. Ну, возможно, это то, что юг Франции. А красные вина я разбавлял водой. С устрицами, на мой взгляд, подходит белое вино мускадон. Ну и, конечно же, пастис. Крепкий напиток, 45 градусов, но его надо пить, разбавляя с водой. Он при этом мутнеет, но имеет специфический вкус. Не могу сказать, что очень приятно, но необычно. Или пить по-марсельски, не разводя водой. Продукты просто сказка. Вкусное все, начиная от хлеба. Мы часто покупали в кулинарии что-то типа паштета. Но это не паштет, он назывался мусс. До сих пор не могу понять, почему такая разница во вкусовом качестве еды
между Францией и Великобританией. Хуже, чем в Великобритании, еды я еще не встречал. Устрицы. Ура! Я очень люблю устрицы. Средняя цена устриц около 10 евро за килограмм. О, кефир! Неожиданно. Грибы. Белые и лисички. Вот так чистят улицы каждый будний день, каждое утро. Рано утром едет такая машина с водой, поливальщик струи воды вычищает из-под дна машин бутылки, разный мусор, а за ним следующая машина уже подметает. Чистит улицы Марселя каждое утро. А это призывники пришли к 8 утра на военные казармы. Ну, конечно, я пошутил, это не призывники, это волонтеры. Они каждый будний день, ну еще, кажется, в субботу, приходят к 8 утра, а уходят обратно в 6 вечера. Некоторых даже провожала бабушка, я видел. А вот серьезные люди с автоматами. Ну, очень дешевый бензин. Ничего не стоит. В это время, когда мы были в Марселе, оказалось, что французы начали забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях. И поэтому на некоторых бензозаправках не было горючего. А где оно было, наблюдались очереди и нервозность. План стоянок. Шахмат. Любитель шахмат на лодке. И вот шахматы тоже на этой. Вот видишь, где парус. Люблю я наблюдать рыбаков, которые ловят рыбу. Люблю снимать рыбаков, котов и старинные двери. Вот кофе попили хорошего итальянского. Мало, но вкусно. Бодрящий. Закончилось. Я уже выпал.
Après là on a baissé les prix, je peux pas. 3,10 kg, là je peux pas. Dis-moi Chou, je peux pas envoyer mon sac. Aïe aïe aïe. Merci. En fini de vous les préparer, hein. Allez, je vous écoute. Bonjour. Vous voulez ou pas envoyer de tout ça apporter. Tiens, s'il te plaît, 3 kilos là. Alors, monsieur ou madame, je sais pas qui ça vient. Dites-moi, Kilo Royal, monsieur. Dorade Royal, les petites. Les petites grandes, moyennes. Les belles pièces, vous voulez. Je vous mets les plus grosses. Hein. On a rajouté. J'arrive, monsieur. Faire un bon bois. Et je vous mets un petit sac. Il y a 2,992 kg. 92. 3 kilos. 92. 10 euros. On est bon ou on n'est pas bon? Attends, mieux que ça, je peux pas. Sinon, je suis obligé d'enlever les yeux du poisson. 92. Allez, monsieur, je vais vous servir. 92, monsieur. Allez, il me reste un petit paquet avec des dorades royales. Je vais finir ce côté-là. Vier, хватит. Pas trop, si vous voulez, on va continuer. Allez, 10 tourons. Là, il faut un sac. Voilà, j'en ai plus après. Hein. C'est fini. Je les rince. Ça, c'est dorade royale. Oui, monsieur. Allez, les petites. Il y en a des belles. Aide-moi là. Voilà. Merci. Merci de même. Allez. On va y arriver, on va y arriver. Merci. À bientôt, au revoir. J'ai même pas rincé. Bon, dites-moi, lesquelles il vous faut? Dans les plus grosses? J'en ai une belle là. Grosse ou petite? Comme ça? Une. Combien? Deux. Trois. Trois. Et là, c'est parti hein, ce matin. Celle-là un peu plus grosse. Quatre. Allez. Et là, ça vous fait 11,50 €. On est bon? 11 euros. Allez, on vous les prépare. Allez, en plus, on vous fait un bon nettoyage. Allez, messieurs, dames. Il y a de chuter. Voilà, 40. Hop, hop, hop. J'arrive. Allez, bonne journée. Allez, on finit, là. Sinon, tant que j'ai pas fini le poisson, je suis obligée de rester ici. Et vous allez devoir me supporter. Elles sont magnifiques, celles-ci. Allez, ça, c'est normal.
C'est juste une question de taille. Merci. À nous. Bonjour. Première. Quatre. Quatre. Voilà. S'il vous plaît. Rose, petite. Yeah. J'en ai plus beaucoup là. J'en ai une. Ça, c'est pas Dorado Royal. Ça, non. Bigger. Et big, là, fini. Après, grosse comme ça. Et c'est 15 euros le kilo. Mmh. Eh oui. Et j'essaye. Hein. Une. Okay, okay. Deux. Trois. Et la dernière. Quatre. Yeah. Fini. Plus big. 12,60 €. C'est bon? C'est bon. Allez. 12,50 €. On nettoie. Allez, allez. Viens là. C'est 3,10 €. J'en ai un peu ici, un peu ici. Allez, les premières, elles sont finies là. Magnifique. Même pas le prix des goûts, c'est 15 euros. 15 euros le lot. Allez, ça y est, ça c'est prêt, c'est fait pour Madufla. Merlin, Merlu. Non, ça c'est la dame. Ça c'est les vôtres. Le Merlin, le Merlu. Oui, c'est madame. Ah, ne mélangez pas les poissons. Merci, bonne journée. Merci. Alors, 13, on va faire courant. 13 et de 15. Aïe. Qui? Qui, s'il te plaît? Allô? Là, on prend la carte grise. Tu peux me dépanner de 2 euros. Oui, de 12 euros. Capique. Allez, je continue. 13, on va faire 13. Et de 15 et 5, 20. Attendez. 20, 40 et 10 qui font 50. Merci. Merci, on finit de préparer. Allez, messieurs, dames, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais. Bon, on est resté un peu plus tard pour les gens qui finissent le travail, mais... Monsieur, combien? Combien vous en... Ah ouais, j'ai fini là, monsieur. Là, vous avez des grosses sars, et là, on finit, c'est sur de la dorade royale. Sars, alors... Alors, la dorade, elle est là, monsieur. А этот рыбак ловит вообще без удочки, на леску, на какие-то ошметки от рыбы. Ну, не знаю, мне кажется, в итоге он ничего не поймал. Но тоже способ, заслуживающий внимания. Ну, тут, как оказалось, не только рыбу ловят, также велосипеды, мотороллеры, электросамокаты. Грязи сколько? Достаточно грязным становится под же кабину. Я не знаю, есть, наверное, какие-то приспособления для очистки его, потому что иначе бы где-то через неделю он превратился бы просто бы в болото. С воняющей водой, с дурно пахнущей водой. Теплая вода. Гарпунщики, видимо, охотники на купальщиков или, может быть, на рыбу. Ну вот, решил искупаться.
бирюзовая вода Средиземного моря. Марсель, Марсель. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Восточные ворота во Франции и памятник армии Первой мировой войны. Пойдем поближе посмотрим. А там сзади замок Ив. Ну вот, на Корсику поплыл паром. Одну ночь плыть. Очень удобно. Лег спать в Марселе, проснулся на Корсике в Аячо. В городе Аячо. На родине Наполеона. Каждый вечер паром отправляется на Корсику, а каждое утро возвращаются с него. Также ходят паромы из Алжира, с Алжира. Тут опять рыбаки. Прекрасный вечер, закат. Надо пойти поесть. Да. Если за машин не будет слышно, я не знаю. Вот готовишь, пришли. Я купили рыбу. Такой продавщица, у которой было грех не купить. Говорил, не две. Нет, он говорит, четыре. Хорошо, она сказала, аж катер. Это 14 штук. Она мне посмотрела, продавщица меня, я сказал, катер. Бабушка Лена прислала фото. Ладно, говори дальше. Если меня сбивать дальше не будешь, я могу рассказать. Приготовишь, все вкусно. С оливковым маслом, вина добавишь, пожаришь рыбки, объедение. Вот перца, правда, нету в этой сраном Марселе. Ну что делать? Ну нет у них перец. Нет, есть дорогой какой-то. Как будто средние века настают опять. Газа нет, электричества нету, перца. Ну что нет. Ты, газ, электричество есть. Должен дорожать. Перец 7 евро. Из Индии не завезли пряности. Да.
Вот, приготовишь, это вкусненько. Помидорчики классные. Это не какие-то там на гидропонике в Англии выращивают. Кроме молодежь воды. Сегодня ездили. Давай. Ладно. Ты не записывай. Или ты записываешь, или не записываешь. Хорошо, я тебя записываю. Вот. Я уже забываю, что сказать. У меня сверчок еще сбивает, который полиция там. Не полиция, это военный час какой-то живет. Так вот, приготовишь, это все вкусно, салатик, помидорчики разные, бычий свет, и то, и желтый, и красный, и зеленый, блин. Зеленых не было. Не хочет есть она. Она не хочет. Она пойдет в кафе, возьмет кофе за 30 копеек и отдаст чаевые еще этому какому-то уроду, который даже по-русски не говорит. Что тут говорить? Не буду я больше готовить. Я себе мусорец накуплю, чемодан. Буду пить с мускадетом. Вот и с лимоном. Ну, конечно, утриться надо лимоном. Правда, много нельзя, если только что плохо будет. Потом мне придется писать, как это, Брэма Стокера, вторую часть Дракулы. Который он тоже пережирал устриц. Выдвинул. Написал Дракулу. Сны не снились. Ну все, хватит уже, что там. Каждый вечер наешься, как вот этот носорог, а потом стоишь в такой позе, как этот олень. Краткая история Марселя. Город Марсель был основан в 6 веке до нашей эры греками, прибывшими из Фокии, из Малой Азии. Теперь это территории Турции. Новый город получил название Масали. По преданию, история Марселя началась с истории любви Гептиды, дочери Нана, царя племени лигурийцев, и грека Протиса. Царь Нан решил выдать замуж свою дочь. Он созвал пир, на котором Гептида должна была выбрать себе жениха. В этот момент и высадились на берег Прованса греки. Оказавшись на царском пиру, Гептида протянула свой кубок с вином, знак своего выбора, греку Протису. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Будешь нашим королем. На утро он узнал, что женат. В качестве свадебного подарка молодожены получили часть побережья, на котором они основали город, назвав его Масалия. Так что Марсель появился раньше Парижа, да и сейчас он является вторым городом во Франции. Спустя 50 лет после основания колонии в Малую Азию вторглись персы, а греки вынуждены были сбежать. Многие из эмигрантов нашли свое пристанище в Масалии. Город быстро рос. В 389 году до нашей эры Масалия заключила союз с Римом, который длился свыше 300 лет. Римляне назвали этот район провинция. Отсюда возможно и название Прованс. И по слухам завезли сюда виноградную лозу. Независимость Масалии закончилась в результате неправильного выбора сторон в ходе междоусобной войны между Цезарем и Помпеем 49 год до нашей эры. Когда легаты Помпея прибыли в Масалию, они убедили город принять его сторону. В ответ войска Цезаря окружили город, осада длилась 6 месяцев, и Масалия была вынуждена капитулировать. Несмотря на размеры и богатство, римляне не сделали Масалию столицей провинции. Началось время упадка города. Так что, в отличие от многих городов региона, типа Арле, Нима или Оранжа, в Марселе почти не осталось памятников римской эпохи. Христианство пришло в Марсель примерно в 3 веке. По легенде, первыми людьми, принесшими христианство, были Мария Магдалина и святой Лазарь, которого воскресил Христос якобы. Лазарь так и умер в Марселе, а его мощи были перевезены потом в город Отон в Бургундии. В 3-4 веке в Марселе уже жило около 30-40 тысяч человек. Это был крупнейший город на территории нынешней Франции и один из самых больших городов Европы. В начале 5 века в Масалии уже чеканили собственную монету. В 5 веке был построен первый собор.
Вскоре Марсель становится одним из важнейших христианских центров Европы. После падения Римской империи Марсель переходил от одних племен к другим. Он был под властью вестготов, остготов, франков, грабили города сарацины и еще много кто. Эпоха возрождения Марселя началась только в X веке, когда город оказался под властью герцогов Прованса. Ира замаливает грехи, ставит свечку. Мне интересно было узнать, почему флаги Прованса и Каталонии так похожи. Оказалось, Саньера, что значит сигнальный флаг. Флаг, созданный на основе герба королевства Арагон. А королевство Арагон на рубеже 12-13 веков владело Провансом. Марсель был объединен с Провансом в 1481 году, а затем через 5 лет включен в состав Франции. Марсель, будучи портовым городом, не раз страдал от эпидемии чумы. Кстати, сейчас в Марселе ночью носятся кучи своры крыс. Я думаю, что с чумой еще история будет продолжаться. Военный инженер Руже де Лиль за одну ночь сочинил песню «Марш войны», находясь в Страсбурге. С этой песней 30 июля 1792 года в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон для защиты революционного правительства. Их призывы к революции, спетые во время Марсельского марша в Париж, стал известен как Марсельеза, ныне национальный гимн Франции. Во время Второй мировой войны Марсель подвергся бомбардировке немецкими и итальянскими войсками в 1940 году. Город был оккупирован немцами с ноября 1942 года по август 1944 года. Старый порт был разрушен немцами в январе 1943 года. Город был освобожден союзниками 29 августа 1944 года. 130 тысяч французских солдат участвовало в освобождении города. После войны большая часть города была восстановлена в 1950-х годах. Начиная с 1950-х годов город служил перевалочным пунктом для более миллиона эмигрантов во Францию. В 1962 году произошел большой приток беженцев из нового независимого Алжира, в том числе около 150 тысяч вернувшихся алжирских переселенцев. Многие эмигранты остались и создали в городе франко-африканский квартал. Ну и на данный момент эмиграция в Марсель продолжается. А это вот сейчас объясню. Вот смотрите, вот это каменный мостик. Вот в это здание заходит по каменному мостику на второй этаж. Только по нему больше на второй этаж ты никак не попадете. Вот эти два животных, они стояли сначала внизу, но туристы залезали, фотографировались. Огромное было скопление людей тут. Просто-напросто это мэрия, полиция тут как бы решили их поднять. Вот эти бочки, я почему-то думаю, что это временное. И вот уже столько лет, когда я расхожу, они все время стоят на бочках. Они, наверное, забыли или решили не менять. Дома мало того, что самый старый. Нет, внутренний лицензия, тут вот парикмахерская, а там уже все, не жилые все помещения, они не знают, что они там будут делать, потому что они планируют что-то, видите, окно там открыто. Вот раньше были квартиры, да, были квартиры, все, а вот сейчас вот уже, конечно, это все видно, это вот лицензия. Вот, еще самое дело, когда мы вас освобождали, у меня даже фотография такая есть, нашла. Где вот все расползли, ни одного дома, и вот он как свеча стоял, вот не было. Это не стоял, он стоял. Его что-то на 90 градусов развернули вот так. Потому что он стоял вон той стеной, вот той, вот эта улица, видите, он развернул. Ну вот так вот подставляли, или как там что-то было вот рисунок, все не правильно почему-то. Стояло, что показано в 64-м построено, а он как раз 41 год, там где-то 93-го года устроен.
работы. Считается одним из больших во Франции, вмещает 3000 верующих. Если вот какая-то месса большая или что, 3000 человек полностью вмещает этот собор. Вот, его как раз почистили, он был такой черный, потому что рядом море, видите, ветра, вот это искра. Они приплыли к берегам Прованса, как раз город Сен-Мари-ду-Ля-Мер, это в Камарге. Там как раз была Мария Яковей, Мария Соловей. Уже надо.
танцевали, танцуют недалеко от Марселя, фабрика в Убане, вот эти Антоны, видите, человечек, они вот малюсенькие, большие, еще больше, вот очень популярны вот эти Антоны. Средняя женщина символизирует реку Буран, где по бокам пшеница и виноград. Вот это такая композиция. Ну что, вообще не подготовить? Тип, как бы, снимали Одесса. Очень напоминает Марсель. Вот эти, знаете, побережья какие-то, вот Калининское, вот эти камни, такие вот... Сейчас арестуют. Ой, что это они его? Нет, они его не отстанут от него, смотрите. Ой, все, оружие вытаскивают, смотрите. Нет, перчатки. Сейчас будут крутить. Ой, перчатки. Вы знаете, он не уйдет. Куда он пошел? Он не уйдет теперь от них, раз они уже перчатки. Сижу я вечером на балконе, пью вино, курю, смотрю на вечернее море. И тут подо мной начинают ругаться женщины с мужчиной. Женщина душераздирающе кричит. И не успел я поднять свой зад, чтобы взять телефон, как приехала полиция с автоматами. Негру автомат в живот и ноги на ширину плеч. Но все, к счастью, закончилось хорошо. C'était pour moi, je vais vous laisser dans un état où le monde va ressentir comme ça, moi aussi je gagne du temps. En fait, tout le monde travaille avec le temps, je gagne du temps. Elle dit ça, elle dit que ça commence, que le chat, je vais dire à Hébert, que tu ne descends pas ta photo sur le prochain. C'est-à-dire, je vais appeler Hébert, je dis que je suis à des années, c'est pas votre. Regardez bien, si ça passe. В следующем видео мы сплаваем в порт до Фруиол. 20 минут на кораблике от порта Марселя. Проплывем около замка Ив. А дальше Наталья и Бернар отвезут нас в Прованс. Покажут нам чудесные маленькие деревеньки. Также мы продегустируем прованское вино. Огромное спасибо за интересные экскурсии по Марселю и Провансу Наталье и Бернару. Ссылку на сайт гида Натальи я поставлю под видео. Да, длинное кино получилось. Интересно, у многих хватило терпения досмотреть до конца –